времени до начала церемонии закрытия вторых игр стран Содружества независимых государств. Символ спортивного огня вторых игр стран СНГ продолжает согревать своим теплом всех участников спортивного праздника в Республике Беларусь. Друзья, самое время сказать слова благодарности всем спортсменам, тренерам, судьям, танцорам за самоотверженный труд и высокий профессионализм в проведении игр. Во время состязаний на вторых играх спортсмены доказали, что пришло время их побед. Они показали свой сильный характер и яркую игру. Вторые игры стран Содружества независимых государств показали истинные ценности олимпийского движения, стремящегося к миру и согласию между народами. В спорте есть соперники, но нет врагов. На стадионах и спортивных площадках царит дух честной борьбы, взаимного уважения и поддержки. О, спорт! Ты мир! О, Беларусь! Ты земля дружбы и сотрудничества!